Всем привет, с вами Серега Отвертка, это очередной выпуск «Упало с неба», и сегодня у нас на обзор гаджета для умного дома фирмы Redmond. Фишка этих гаджетов в том, что ими можно управлять со своего смартфона, и сегодня у нас три вот таких вот технологических новинки. С помощью такой вот умной розетки можно добавить мозгов любому бытовому прибору. Например, подключенный к умной розетке обогреватель можно включить по пути с работы, чтобы прогреть комнату к вашему приходу. А также умная розетка полезна с точки зрения безопасности. Можно подключить к ней утюг или какой-нибудь другой пожароопасный прибор и выключить его прямо со смартфона, если вы, например, далеко находитесь от дома. Так, давайте ее протестируем. Вот, как видите, у нас отлично все функционирует. Ну а вот здесь вот мы сможем задать расписание, включение и выключение нашей розетки. Здесь можно настроить дни недели и время, в которое у вас будет включаться розетка. Еще одна очень интересная функция – «Я дома». При активации этой функции, если вы удаляетесь из дома, все ваши умные гаджеты будут отключаться. И вы можете не беспокоиться, что оставили включенным утюг или какой-нибудь другой электроприбор. Дальше у нас идет вот такой вот умный цоколь SkySocket от Redmond. Принцип его работы практически такой же, как и у розетки. Также имеется управление по Bluetooth, можно настроить время включения-выключения и также экономный режим «Я дома». Но, к сожалению, он у нас работает только с люминесцентными и светодиодными лампами. Лампы старого формата в этот цоколь вставлять нельзя. Так, давайте его тоже протестируем. Еще одна интересная штука – умный SkyTracker. Это крошечный датчик, его можно прицепить как брелок к любым предметам. В смартфоне отображается местоположение трекера. Можно его, к примеру, повесить на ключи от машины. Если вы их очень долго ищете дома или постоянно теряете, то SkyTracker вам поможет их быстренько найти. Также в приложении можно нажать на кнопку, чтобы трекер подал громкий звук. Очень полезная штука, если вы все время теряете ключи или пульт от телевизора. Еще есть функция прислать уведомление, если трекер начал от вас удаляться. Это будет очень полезно для путешественников, если вы, например, не хотите, чтобы у вас украли ваш багаж. Ну а в качестве небольшого бонуса в трекер встроен термометр и функция селфи-палки. Нажав кнопку на трекере, вы сможете сделать фотографию со смартфона. Вот мы его, собственно, подключаем и видим, где у нас находится предмет. С вами был Серега Отвертка, ссылка, по которой можно узнать больше про все умные новинки Redmond, находится в описании. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем пока!